автомат нам подсказывает, как купить билеты. И будем сейчас выдвигаться как-то так. Билеты. И едем со старичком. Со вторым. Опа, это скрывается. Едем дальше. В Швейцарию гулять. Как-то так. А мы идем в городе, здесь остались прогуляться. Все, какие здесь вагончики в Швейцарии. Пошли мы по этому центру гулять. По центру. Какая вот артезия. Люди идут туда. Зашли в центр. Такой. Как бы красиво. Такие вот дома здесь. Улички. О. Это их не центр. Идем дальше вон по центру. Такой вот центр. У них люди вот так вот сидят. Кафешечки такие. Вот такие вот пивнушечки у них имеются. И идем дальше. Кури, пожалуйста, ну, я сервис. Вот. Какая фишка у меня есть. Ага. Ты смотрите. Какой домик. Идем. И будем сейчас обратно возвращаться и пить как бы кофе. Швейный этот. Салон. Там балкончик такой. Дал себе горячий шоколад. И вот такую кафешку зашли. Взять себе другого. Как бы. Сейчас выйдем, сядем. Будем сидеть пить. Как-то так. Кафешечка такая здесь работает. Такие вот персонал. Как-то так. Пьем сырчиком. И отдыхаем в Швейцарии. Так и ходим. Идем дальше, блядь. Оттуда вот. Вот такой вот кафешечка здесь. Вот зашли вот. Смотрите, какие кожаные. Чисто кожаные, 100 франков. Именно, конечно, взял и забыл. Идем вниз дальше. Посмотрим, что внизу. Такой домик. Так это самое. Стекло было хрустальное, ограненное. Ух ты. Такое. Ну, вот когда на все смотришь, он такими гранями шел. Идем дальше. В церковь ихнюю швейцарскую. Посмотреть. Посмотрите, какие потолки у них. Вот как бы. Органика, смотрите, какая. Это органические, это вот такие стекла. Вот как бы так. Оттуда вот такие вот улички у них маленькие. Зашли в этот храм, посетили. Не знаю, что как он называется, не могу сказать. Такой фонтанчик возле него. И вот, как бы так. Идем дальше. Дошли к такой церквушечке. Кардинал. Такой вот парк. И все, идем обратно до замка того. Как-то так. Вот такая вот сама эта вышка. Это. Все, ладно, идем дальше. Как-то так. Вот так, идем дальше по центру. Швейцария. Как бы так. В центр. Ждем светофор. Оттуда мы идем. С той стороны.
продолжаем движение. Сейчас. Во, там. Вот здесь вот магазинчик. Мы оттуда вот идем, ребята. И вон сейчас будем подниматься до замка. Вон. Сам замок он наш вон в том стороне. Наверху. Как-то так. Все, будем подниматься сейчас. Поднимаемся вот оттуда. С этих вот ступенечек. И идем выше и выше. Будем уходить вон сколько народу на эту вышку. Как-то так. Пошлите. И вот в эту фортецию. Ух ты. Темновато, конечно, очень. Но симпатично. Вот такие вот, а? Ну тут вообще зачетно. Очень, конечно, красиво. Вот эти стены, все. Да, очень шикарно. Как-то так. Посмотреть. Вот сюда вот. Как стреляли раньше. Вот смотрите. Отверстие. И вон. Какой там вид. Видите? Город весь. На ладони. А здесь вот с этой в отверстие вот в это видно. Видишь, как правило, Ирина, здесь всего три. Класс. Вообще бомба. А это типа кого-то подсаживали, он оттуда. Ну да, вот подсаживали человека, он оттуда как снайпер тоже бил. Красиво, конечно, очень здесь. Очень красиво. Очень шикарно. Идем дальше. Вышли немножко с замка. И вон, видите, вот такие вот виды распространяются здесь, с этого выхода. Здесь так. И вот сам замок. И лестница какая по кругу. Вот ты поднимаешься оттуда. И по кругу вот такая вот. И вот такой видок. Смотрите, какой здесь вид. А? Очень шикарный. Вообще, конечно, бомба. Очень красиво, да. Ребята, смотрите, какие лампы еще. Двери. И вот смотрите, какая красотища вниз. Вот по вот этой лестнице мы просто поднимались. Видите? По кругу вот так вот поднимаешься. И очень красиво вон люди идут. Зачет. Какие окошечко. Двери, посмотрите, какие. Все оставили старинные, чтобы... Нет. Выходишь, здесь вот такой цен. И вот такие вот... Вот, смотрите. Пушки. Они уже натертые. Люди фотографируются возле них постоянно. Сейчас мы сфоткаемся там. Здесь ничего не видно. Как-то так. Смотрите, с самого уже верха весь этот городок распространился на этой самой вышке. Вот. И вышка это здесь. И вот сам город, куда мы поднимались. Сам речка. Вот план этого. Этого всего. Вот мы подошли к такому выступу. Я вот... Кому там есть прикольная фотка у одноклассника? Смотрите, как оно здесь. И вон мост шикарный. Мы еще туда подойдем тоже, потом сфоткаемся на мосту там. На том. Да, очень, очень красивый вид распространился здесь. Как-то так. Все, идем дальше, ребята. Мы спускаемся уже вот оттуда обратно. Вот так вот. Будем идти по лестнице. Будем выходить. Вот видите, какие камушки здесь. Такой вот подъемчик. Камушки. Конечно, очень шикарно. Идем дальше. Смотрите, это лестница сама. Какая она есть. Вот как-то так.
спускаемся с этой фортеции. Вот такая она сама по себе. И мы идем на назад уже. Идем дальше до водопада. Как-то так, ребят. Хочу. Вот, теперь мы спускаемся по лестнице и идем к водопаду и к мосту. Как-то так полетели. Шли в такой магазинчик. Смотрите, сколько тут сладостей вот этих всех. Всяких я взял себе мороженка. Мой коллега он берет себе кофеечек. И мы будем сейчас выходить опять. И идти дальше. Будем идти сейчас дальше. На мост в ту сторону. Как-то так. Оттуда мы идем. И идем ту в ту сторону. Дальше. Как-то так. Вот так вот здесь люди отдыхают, кушают. Мы идем дальше. Здание. Ага. И там еще. Такое вот. И идем дальше, ребята. Гуляем. Чуть-чуть. Смотрите. Вода такая чистая-чистая. Прикинь. Вот мы идем к тому мосту дальше. Так, здесь люди отдыхают. И тут море, и вода еще чище. Ну да. Вон там курят гашиш местные. Здесь-то разрешается абсолютно вообще. Как-то вот так. Какое тут течение. Не, мост. Люди вот ездят. И видите, вот эта дорожка идет очень далеко. Вода очень прозрачная. Так вот здесь живут люди. Конечно. И вот барчик сам. И Юрчик сидит. Как-то так. Смотрите, 3,8 метра. Даже на фуре можно туда через центр пройти. Но... Идем оттуда. Как-то так. Идем дальше. Швейцария. Вот, ребята. Какое течение, посмотрите. Дамба. Мы с той стороны идем этой дамбы. Это не дамба, это вон шлюз. Шлюз. А. Да, а. Уровень воды. Уровень воды регулирует. Какой должен быть. И вот такое вот течение сильное. Идем дальше. Погнали. Вот подошли к такому мосту. Сейчас будем туда идти дальше. И вон, посмотрите, вот какое течение тут. Вот как-то так. И да, сейчас по переходу. Не знаю. С Юрчиком идем через переход. Без понятки. Идем как-то так. Ходим вот, ребята, к такому мосту. Туннельчик там. И вот мост этот, который мы шли издалека. И течение крепкое. Ого, и глубина здесь. Наверное, телефон не возьмет это. Очень большая, конечно. Встретили еще. Экскурсию возит троллейбус. Идем дальше до водопада. Торпеда, пушка, петарда. Поехала. Как-то так. Идем дальше по Швейцарии. Шли в центр. Идем по центру. И вот смотрите, кебачные люди кушают. Как-то так. Мы идем дальше. И увидели, и какое вот название автобуса интересное в Швейцарии. Электрический. Троллейбус какой-то, наверное. Гармошечка такая. Ничего себе. Прикольно, конечно. Зачетно. Идем дальше. Как-то так. Ходим такой вот паровоз. С таким двигателем сделанным. И идем дальше. Прикольно. Экскурсию возят. Такие вот паровозики. Как-то так. Идем дальше. До водопада. Люди кушают здесь. Мы проходим. Столько мы вот идем. Три следы кто-то буксовал, как. Какая-то, видно, машинка. Кто приостанавливались, наверное. Или приостанавливались. И сколько вот народу, посмотрите, идет на водопад. Как-то так. Это подходим к водопаду. Посмотрите, сколько здесь народу. Шум стоит хороший, конечно. Протиснуться надо хоть бы. Это увидите, это уже сюда плямки идут. Воды плямки идут.
Вот протиснуться, сфотографироваться будет вряд ли. Очень много людей. Вот. Это так, смотрите. Ого. Да, там моторки плавают. Вот это да. Внизу ходят моторки. Вон, смотрите, воды сколько. Даже здесь тоже маленький водопадик. Эх, да, конечно, красота. Красота неимоверная. Вон, смотрите, какие здесь водопады тупые. И там лодки плавают по тому водопаду. Капец. Класс. Очень, конечно. Смотрите, сколько здесь народа. Вы просто будете в шоке. И Юрчик вот. Помахай рукой, Юрчик. Гляньте, моторки там ходят. Возможно, мы тоже попробуем. Смотрите, как водопадник. Пытаемся пройти, протиснуться. Очень много народу. Все хотят сфотографироваться. Вон, смотрите, вода даже здесь какая прозрачная. Настолько вот. И вот этот мост. И вот водопад это сам. Серьезно, очень все серьезно, ребята. Шумы такие, я... Вот. Ребята, чуть-чуть протиснуться нам получилось. Вот посмотрите, как вода здесь идет. Вот такие вот здесь водопад, на котором я... А, Швейцария. Это понял, это они подплывают, вон он, смотровая площадка. Да, да. Они поднимаются на смотровую площадку. И вот так вот там яхты подплывают прямо под водопад. Их столько там ходит внизу. Очень много. Мост вон такой. Класс, очень красиво. Смотрите, поезд там по мосту проехал. Давайте я фоткаю так. Вообще класс. Смотровая этот. Будем спускаться на низ. Сейчас спускаемся туда ниже, вон, где моторки, чтобы узнать, сколько проехаться. Так ты прикинь, какая фишка. По водопаду, сейчас, сейчас. Там есть, получается, он вот падает. Вот сам водопад опять же. Ну, правда, раздеваться надо по пояс, как минимум. Идем дальше, вот там мы фоткались. Грубо говоря, плавно. Будем спускаться. Внутрь дойти водопада. Дальше ниже. Спускаемся по водопаду этому. Вот. Маленький водопад. Напротив вот этой вот соринотеки. Ага. Смотрите, какое что там творится, бурление какое. Крепкое, конечно. Моторки вон ходят. Класс. Очень красиво это. Все, идем, колесо вот такое. Крутится. А там водичка течет. Народу, конечно, очень много. Вот, смотрите. С этого водопада колесо это. Зачетно. Как-то так. Ходят моторки этим. И вот, смотрите, как их там разворачивает. Они идут прямо на водопад этот. И их там разворачивает. Очень шикарное зрелище. Очень сильное течение здесь. Посмотрите, сколько здесь народу. Вообще бешеный народу. И Юрчик вон. Как-то так. Мы спускаемся дальше. Хотим посмотреть на водопад на этот. Вон там люди фотографируются. Я хочу посмотреть. Ох, как вода бурлит. Сильная, конечно. Да. Очень мощно. Такой водопадик здесь. Вот так оно. Вот это оно побольше. Очень красиво. Ну понял, можно вот так внутрь зайти. Вот как здесь люди отдыхают, фоткаются. Американский вариант. Ну, американский вариант. И мы спустились вон. Хотим пройтись, узнать, сколько на моторках проехаться, чтобы попасть туда на водопад этот. Вот мы немножко отошли с Юрчиком. Знаете, я звонил. И видите теперь. То самое, вот деньги палец, а как же ремонт? А наша узнает. Вот, чуть-чуть еще дальше сместились.
по водопаду, вот моторки эти туда лезут. Плохо видно. Идем дальше. Да, вон, видишь, причаливает она. Нет, там нема никакого перехода, как ты сказал. Вот она причаливает, высаживает, и кого забирает других, она отвозит обратно, а те там пока рассматривают. А, и можно вот туда, наверное. Ребята, проходим. Сколько тут народу, вон, посмотрите, кушают бургеры и все так далее. Вот оно. Водопад этот слева. Посмотрите, сколько народу. Здесь просто жесть. Как-то так. Идем дальше. До моторных лодок этих, узнать, какая цена. Вот такие вот очередя, мы идем к лодочкам. Хотим узнать цену. Рыбочки такие вон. Тут здоровые. Проходим дальше. Сбились с моста вот с этого. И подходим узнать цену вон к лодке, чтобы прокатиться на лодочке на этой. Вот этот. Не надо посмотреть, какая цена только на ней. Ага, вот здесь вот будем сейчас заходить. Ага, да. Вот этот водопад опять с этой стороны. И эти лодочки наступают. Мы сейчас будем узнавать цену на лодке. И будем тоже, касса, очередь очень сильная. И хотим выдвинуться с парнем покататься. Как-то так. Билеты пока нет. Четвертый маршрут. 15.48. Ага. Вот здесь вот рассчитался. 7 евро. Ожидаем сейчас. Билетики. Нам сейчас девочка дает билеты. О, thank you. Okay, thank you very much. Все, отходим отсюда. Как-то так. Ожидаем дальше. Корабль. Идем, будем садиться с товарищем. Как-то так. Тут все присели. Сейчас будем отчаливать на кораблике на этом. Как-то так. Отчаливаем на кораблике на этом. Ребята, вот смотрите, как оно. Отчаливаем на корабле. И будем сейчас куда-то плыть. Народу, конечно, здесь хватает. Прикольно. Как-то так. Отошли от берега по буренькам. Видно, мотор хороший у него. И будем идти дальше. Отошли от берега. Вот оно. От причала на кораблике. И идем под водопад. Покружлять немного. Народу, конечно, вообще много очень. Ну и вот оно. Вот сам водопад, посмотрите, какие волны. Мы к нему подходим. Ого! Четко, зачетно вообще. Едем к водопаду, подходим. Подплываем, ребята, вон там моторка вообще штурмует. И мы сейчас... О! Ага, и мы туда вон сейчас идем. Все встают. Капец, сейчас будет здесь ощущение вообще острое такое. Вот мы к этому течению. Подходим, смотрите, ребята. К самому водопаду. Капец. Конечно. Пушка, гляньте, как несет эту лодку. Крепко. Очень несет. Вот такое вот течение. Вау. Течение здесь бьет так сильно по борту. Ого! Вообще круто! Ого! Люди кричат. Ого! Зачетно! Смотрите, что тут творится. Ого! Вот сам водопад этот. Подошли к нему вплотную. Пойдет вообще. Ой, ох, течение какое. Серьезное. Ого. А смотрите, что здесь творится. Вот это ощущение не ощутить. Круто. Опять подходим к водопаду этому. Вон. Самому. Как-то так. Вода здесь очень сильно так бурлит.
зачет, конечно. О! Ну наконец-то нормально нас подвезли к водопадику. Ого! Огонь! Вот это огонь, ребята! Подходим к самым эпическим волнам этого всего. Ого, бьет как. Гасит конкретно он. Водопадом. Ого. Ох, нормально. Ого. Я вовремя сразу среагировал, я понял. О, нормалек. О, смотрите, как там. Вообще зачетно. О, идем в самый эпицентр. Зачет, зачет, ребята. Вообще круто. Вау. Ого. Крутяк вообще, телефон намок. Я сам мокрый. Вообще зачет. Круто. То, что надо. Класс. Полный the best. Можно сказать даже так. Очень мне понравилось. И очень было шикарно. Всем советую. Класс. Вау. Зачет, ты шо. Столько народу, конечно. Клево. Все, плывем просто проехаться теперь по этому заливу. Плавали и едем на причал. Вон причал 4. И мы причаливаем с этого опять. Как-то так. Сейчас пойдем туда еще, на тот замок сходим. И будем идти уже к машинам. Вот мы поднялись уже наверх немного. На водопад, на этот. Теперь он сверху, там, где мы были. Снизу. И вот. Как-то так. И идем туда, вот где мост. В ту сторону. Как-то вот так. Смотрите, какое здесь течение мощное. Очень сильное. Да, очень красиво. Не спорю. Вот мы на самом водопаде, на этом, сверху, мост, такой, идем по мосту, посмотрите, как оно льет водичку, как-то так. Тут поезд идет, прошел, и водопадик вот, мы идем дальше, поверху уже водопада самого, посмотрите, как вода здесь. Валит конкретно, конечно. И вон сейчас идем там дальше. Класс. Очень вообще шикарно и очень красиво. Идем дальше. Пришли теперь на эту сторону моста. Посмотрите, какой тут мост. Очень красивый, как вода идет. Завтра ножки будут стоять. Да. Вот. Почти. Заходим вот в такой. Да. Вот она. Зашли вот так. Зашли, посмотрите, сколько людей в кафешке в этой. И вот такие вот здесь. Посмотрите рисунки у них. Это в давнину тут были такие битвы. Очень красиво, конечно. Поднялись вот такой вот центр. У этого замка. Обратите внимание, куда народу, конечно, очень много.
Ух ты. Вон, смотрите, какие деревья, как вырезаны. И вот такой вот. Иду туда посмотреть, что там. Очень много молодежи и так дальше. Вау, смотрите. Это сверха. Такой вот видок. Здесь. Из самого этого замка он. Очень, конечно, шикарно. Да. И очень лифты такие и так далее. Очень красиво. Ого, моторку эту как понесло с людьми. Ну, это ж мы там и лазили. Ага. И лифт приехал вот с людьми туда. Да, класс. Ага. Смотри. Красиво. Вон, смотрите, моторки эти плавают. И вон уже одна подошла. Сейчас будет подходить. Мы так само с Юркой плавали на этой моторке. И подходили к этому туннелю. Очень, конечно, красиво. Да, здесь посмотреть так есть что. Понесло. И это мотор понесло. Класс. Ну ладно, будем, ребята, идти закругляться. Возвращаемся по этому же мосту назад. Это уже с другой стороны такой уже мини-водопад. Течение воды. Вон как-то так. Народу, конечно, очень много. Идем искать нашу электричку. Как-то так. Где вода какая чистенькая. Он путешествие пытается грести. И он течение такое. Моторная лодка. О, это на взлет пошла. Швейцария. Как-то так. Вот идем дальше. Здесь по речке. Широкая, не глубокая. Здесь не глубокая речка, но вот так сильно такое вот течение. Сильное течение, конечно. Ладно, ребята, идем дальше. Швейцария. Швейцарские вот. Люди живут так. Бутылки, чашки, смотрите, делают. Да, зачетно. Как-то вот так вот. Такие. У них вот дворики, у каждого сделано в частном доме, в государственном. Как бы такие вот дела. А вот и мост такой вот. Мы проходить сейчас будем пешеходный. Вот и шли с коллегой, надыбули такое дерево. И вот не знаем, что это такое. Вон шишки тут. И высокая. И смотрите, какой, как пальма, ствол, как у пальмы. Очень красивое дерево, конечно. И я посадил бы. Да, красивенько так во дворе у них, уютно. Идем дальше. Возвращаемся обратно на виноградники. И возвращаемся назад. Троллейбусы, маршрутки, трамваи, короче. Отправляемся теперь с Юрксом к машинам, как-то так. Вот мы прибыли на этом чудо техники зайцем. Все, идем теперь дальше к машинам, как-то так. Погнали. Что ты говоришь? Сохрани на память. Да, час идти, на, мы еще. Сохрани на память. Да вон нам на ту сторону. Вернулись уже в машину, пожарили вот сердца. Кухня наша. И будем отдыхать.
смотреть телевизор и отдыхать. Как-то так.